Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Для всех нас актуальны вопросы, как защитить свое здоровье и как добиться соблюдения законных прав при получении медицинской помощи. За разъяснениями мы обратились к директору рязанского филиала страховой компании «Сагаз.Мед» Людмиле Филькиной. Здравствуйте, Людмила Федоровна! Здравствуйте! Давайте, наверное, начнем с того, что в принципе скажем, что же нам дает обязательное медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения по охране труда. Таким образом, полис обязательного медицинского страхования дает гражданам право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи в лечебных учреждениях в объемах, предусмотренных территориальной и базовой программой госгарантий. В чем же заключается роль страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования? В первую очередь страховая компания является защитником прав своих клиентов. Это застрахованные лица. При возникновении спорных ситуаций в медицинских учреждениях, касающихся предоставления медицинской помощи, а также качества ее предоставления. Спорные ситуации. Что это за спорные ситуации, если можно, на каких-то примерах? Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются, в принципе, граждане при обращении в государственные и муниципальные учреждения, являются, в первую очередь, это отсутствие необходимого оборудования какого-то или лекарственных средств, или длительность ожидания, неправильно поставленный диагноз или назначенное лечение, навязывание платных услуг, в частности лабораторных исследований, диагностики. В связи с этим хочется напомнить пациентам, что в таких ситуациях не надо вешать нос, а нужно звонить в свою страховую компанию. Ведь именно на нас, то есть на нее, возложена функция защиты прав застрахованных. И появление в системе УМС страховых представителей тому подтверждение. Они информируют население о правах и о медицинских услугах, которые застрахованные могут получить в рамках системы УМС, решают спорные вопросы между медицинской организацией и пациентом, защищают права застрахованных. Из вышеперечисленного видно, что на компании медицинские страховые возложены большие обязанности. Как же вы справляетесь? Чтобы выполнять в полном объеме такие задачи, страховая компания, прежде всего, должна быть устойчива на рынке услуг в сфере обязательного медицинского страхования, иметь в штате высококвалифицированных специалистов. Поэтому к выбору именно СМО, страховой медицинской организации, надо подходить очень ответственно. Расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Страховая компания «Сагаз.Мед» является одной из крупнейших компаний, работающих в сфере УМС, и осуществляет свою деятельность с 1998 года. Лидер по количеству регионов присутствия. Более 600 подразделений на территории 40 субъектов Российской Федерации, что позволяет обслуживать застрахованных и гарантировать населению получение бесплатной медицинской помощи в медицинских учреждениях на всей территории Российской Федерации. А в Рязани, Рязанской области, мы занимаем лидирующее место по количеству застрахованных лиц. На 1 декабря 2017 года рязанским филиалом застраховано 408 546 человек. А в штате компании работают опытные специалисты-эксперты, врачи разного профиля, имеющие большой стаж работы как в практическом здравоохранении, так и в системе УМС, которые являются в том числе и страховыми представителями. Все обращения граждан регистрируются. По всем поступившим жалобам проводится экспертиза, по результатам которой решаются вопросы урегулирования спорных ситуаций. «Сагаз.Мед» обладает исключительно высоким уровнем надежности и качества услуг А2+, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Компании в работу был запущен корпоративный сайт, на котором любой может не только найти необходимую информацию о системе УМС, но и воспользоваться рядом удобных интерактивных сервисов. Онлайн-консультант, электронная заявка на оформление полиса УМС. В своей деятельности компания уделяет немалое внимание сервисному обслуживанию своих застрахованных.
В рамках этого компании разработана пластиковая сервисная карта. Благодаря компактным размерам и прочности сервисная карта – это своего рода очень удобное и компактное приложение к бумажному полису ОМС, имеющее размеры банковской карты, которую можно носить в сумке, кошельке, кармане, не опасаясь, что она порвется или изветшает. То есть сервисная карта всегда будет под рукой и при необходимости дает возможность записаться на прием к врачу через интернет или информат в поликлинике. Оформив сервисную карту, каждый ее обладатель может получить скидки на предложения от ряда организаций, партнеров Рязани, Рязанской области. Людмила Федоровна, подскажите, пожалуйста, помимо Сагазмед, какие еще страховые медицинские компании работают в данной сфере в нашем регионе? На сегодняшний день на территории Рязани, Рязанской области в сфере ОМС осуществляет деятельность еще три компании. Это РГС Медицина, ВТБ Медицинское страхование и страховая компания «Страж». Хочется проинформировать граждан, что страховая компания «Страж» на своем официальном сайте разместила информацию о решении не пролонгировать с 1 января 2018 года договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Таким образом, гражданам, имеющим полис ОМС компании «Страж», необходимо поменять страховую компанию и зарегистрировать полис ОМС в другой организации. Осуществить такую процедуру можно с 1 января 2018 года. Приглашаем оформить полис ОМС в надежной страховой компании. С режимом работы офисов Рязанского филиала Сагазмед вы можете познакомиться на сайте компании, набрав в любой поисковой системе Сагазмед. И, пользуясь случаем, накануне Нового года и наступающего Рождества, хочется поздравить всех с этими светлыми, такими добрыми праздниками, пожелать всем здоровья, любви, хорошего позитивного настроения, а и, наверное, интересной работы. Людмила Федоровна, большое спасибо, что вы сегодня нашли время к нам прийти. Мы также поздравляем вас и вашу компанию с наступающими праздниками. Желаем вам всего самого наилучшего. И мы напоминаем, что у нас в студии была директор Рязанского филиала страховой компании «Сагазмед» Людмила Филькина. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках.